Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф. Мы продолжаем играть в Don't Starve Кораблекрушение. И у нас сейчас на повестке дня переселение. В прошлый раз мы сделали вот здесь вот загончик, его тут нифига не видно, но он там есть. И надо туда додох всех переселить, мол, так они будут как-то там эффективней плодиться. Ну, проверим. Главное туда доплыть более-менее. Еще нам нужен ремкомплект для нашей лодки, что немаловажно, и новый парус. Из додог бы в идеале, конечно, парус сделать. Ой-ой. Да, тут этих скацкунцев, во, полно. И это стоит учитывать. Так, что у нас тут? Бутылочный фонарь заряжен. Давайте смотреть, сколько их здесь. 1, 2, 3, 4. Шестеро уже? Ну, они плодятся. Они определенно плодятся. И это вот большие особи. Ну, посмотрим, насколько быстрее они около меня будут плодиться непосредственно возле базы. Сейчас темнеет. Тут еды особо-то нет. Поэтому, я думаю, они и там не загнутся. Там еды тоже особо нет. Ее там вообще нет. Так, о, вообще круть. Поднять. Давайте забирать всех. У нас с рассудком опять неполадки. Ну, как-нибудь с этим разберемся. За грибами, наверное, сплаваем банально. Ну все, в любом случае птиц всех изловили. Можно сваливать отсюда. Да, 54 это не то значение рассудка. Давайте пока вот эту шапку оденем. Она может хоть как-то компенсирует сейчас потерю рассудка. Не факт, конечно, но вдруг. И нам бы надо шапку для поросенка сделать. Поросенок, надеюсь, тут появился. Мы его убивали, кормили мясом монстра и валили жестоко, чтобы шкурку заполучить свиную. Потому что в бою футбольный шлем, как правило, штука полезная. А более крутого у нас ничего пока что не предвидится. Так, я бы хотел, пока они более-менее сыты, их и высадить. Придется опять переодеть шапку, потому что в цилиндре я слишком промокну. А вот ракушки можно, кстати, бы и пособирать чуток. Блин, ну тут реально заводь целая. Так, ну получается, вот они совсем близко с нами будут. Надеюсь, это как-то поможет их размножению. Единственное, что понять, сюда не выбрались. Надеюсь, не выберутся. Чё вы спите-то? Вы ж не должны выбраться. Он уже старается. Так, ну, стараться-то они стараются, но, походу, не задастся у них это дело. Там тупик. Тупые животные, вон семечек бы кто бы съел. А он мелкий, самый смышленый. Ну окей, вроде работает. Единственное, что мне кажется, не может, если вдруг стену продавят, придется вообще массово истреблять. Ну не должны, по идее. И нам бы неплохо еще еды приготовить, и тогда уже грести. Так, кофе, возможно. Имеет смысл, нет? Я хочу сюда, вот на соседний остров. Здесь грибы были. Здесь же пауки. Тому подобные ништяки. Так, пока что мы что сделаем? Без приукрас просто. Просто вот эти вот овощи задействуем. И вот эти, наверное, в идеале надо тоже задействовать. Что они у нас все равно без дела лежат большую часть времени.
Такс. И нам определенно не помешает ремкомплектик для нашей лодки. Так. Вот эту штуку. Еще неплохо было бы потратить. Ну и ремкомплект делаем. Доски же у меня где-то были в закромах. Но, в принципе, трава пока что не проблема. Единственное, сейчас будет проблемой. Сейчас же у нас засуха. Ну, жара. А в жару там трава вся сохнет, поэтому надо проверить, как у нас с травой. Есть ли в каком сундуке. Ну, тут, конечно, дикий запас, поэтому побежали собирать. И овощи пока что в дело пустим. Дуриан, ты мне тут портишь все. Похож на то. Давайте немножко травы запасем, заодно проверим, как у нас тут птахи живут. А, они плодятся. Они тупят и плодятся. Сойдет. Да, что-то хорошо, что я про траву вспомнил. Надо запасти. А то сейчас вся подзасохнет и как-то неудобно получится в итоге без травы-то. Уже один раз так получилось. И это была, конечно, та еще жесть. Плюс меня не радует тот момент, что кроме амулета мне от температуры-то спасаться нечем. Надо сейчас и над этим подумать. Так, ну некий запас травы есть, скажем так. Пойдемте часть травы выложим в сундук и посмотрим, из чего мы можем сделать. Блин, рассудка все меньше. Из чего мы можем сделать шапку? Ой, не шапку, какую-нибудь одежду, которая нас будет защищать от жары. Ну или хотя бы снизит перегрев. Как же вы меня бесите. Так, какие у нас там варианты-то? Какую-то одежду я делал. Так, змеиная рубашка не то, не то. Летний свежий жилет. Но он как-то не очень. На самом-то деле. Но может и очень, в принципе. Я думаю, цветочную рубашку будет проще сделать. Хотя надо 3 папируса. Как у нас дело с папирусом? 3 штуки смогу добыть. Так, в общем, нам нужен камыш, нам нужны цветы, по-хорошему. Значит, гребем все это добывать. И, по всей видимости, придется поспать. Я боюсь, что палатка скоро кончится. По-моему, еще на один раз палатка осталась. Но что поделать. Давайте забежим к додохам. Можем еще перо сделать, кстати. Надо будет додох поубивать. Так уже достаточно много. Но пока что сюда, здесь мы попробуем, вот тут где-то грибы росли, подобывать. Так. И потом, наверное, вот сюда за камышом. А, траву я так и не выложил. Давайте травы выложим, я хочу еще больше собрать. А то, если я далеко отплыву, уже будет не до этого. В целом, наша конструкция оправдала себя, как видите. Пережили мы неплохо все это время. Так, 40 срезанной травы. Отлично. Иди сюда, упырь. Так, пускай валяется. И траву мы тоже будем забирать, потому что 22 из 21 дня, ну то есть сейчас явно подойдет это спокойное время к концу. Не-не-не. Комплект сюда. У меня, блин, весь инвентарь забит. У меня весь бэггинс практически забит. Ну не весь, но некое количество слотов еще есть в нем. В принципе, пока хватит.
И я про парус еще подзапамятовал. Но я хотел из додох сделать. Сейчас, наверное, когда вот запасы все сделаем, цветов насобираем, то вернемся, наверное, делать парус хотя бы, чтобы еще быстрее двигаться по волнам. Железного ветра, к сожалению, так и не появилось у нас. Из-за того, что Дюмнада решила не приходить, к сожалению. Ну, либо побоялась банально, кто его знает. Зонтик у нас более чем полезен. Весь сезон дождей. Почему сезон дождей такой долгий, блин? 3 недели. Это пипец просто. И, скорее всего, одного ледяного амулета нифига не хватит. Надо еще, наверное, соломенную шапку сделать. Либо посмотреть, может, что-то появилось, что будет лучше спасать, вот, перегрева на голову. Ну, ледяной куб у нас еще есть. Если он там еще жив. Давненько на него не глядел. Так, давайте цветы. Цветы и камыш нам понадобится. Так, грибы. Какой гриб? Влажный зеленый, отлично. Так, этих у меня дофига. Вот у меня лопата. Давайте грибы повыкапываем. Ну, сейчас мы еще на болото погребем. Там, я думаю, понаходим мы и цветов, и грибов. Ой, камыша. Камыша. Конечно же, какие там цветы мы понаходим. Камыши нас интересуют на болоте. Ну и грибы. Здесь вообще тупо вся поверхность затоплена. Жесть просто. Так, красный гриб. Ну, цветов у нас достаточно, их, по-моему, 5 штук и нужно. Заодно и рассудок подняли. Так, вот здесь пауки 3-го уровня, кстати. Давайте, наверное, исклеснемся. Наверное, 3 зубцам. Так, обезьянка. Мясо я брать не буду, потому что у меня мясо монстр в избытке. Ну или... Ладно, с тобой. Все в хозяйстве пригодится. Птицы будем скармливать, выменивать на яйца, в принципе, ладно. Обезьянку там, надеюсь, съедят эти змеи. Так, это, глядишь, тоже в хозяйстве пригодится. Экс. И иди сюда. Не, как-то удачно, не смотрите, прям как лемминги по одному. Ой, нет, вот это не очень удачно. Вопрос, хочу ли я с паучихой драться? Большой долей вероятности нифига я не хочу с ней драться. Так, паутинка. Так, ладно, пойдемте отсюда. О, бананы. Бананы, это хорошо. Так, блин, ну, змея, отцепись. Как вовремя, там змеиная кожа. Так. Ну, иди сюда нафиг. Ну, слышь. Бананы сюда же. Бананы пойдут на банановое мороженое. Так. И это сюда. Так, а это скорее всего паучья эта королева начала дико спавнить пауков. Мне, в общем, пора сваливать. Я бы с ней подрался, конечно, но сейчас время неподходящее.
У меня оружие практически на исходе, поэтому смысла в этом не вижу. Да и дроп с нее мне особо не нужен. Поэтому пусть пока живет. Там разберемся, что с ним можно сделать. Пока тихо, мирно плывем себе. Куда мы там плывем-то? На болотце? А, о, кстати, бутылка с кладом. Давайте заберем. Всего лишь два гриба. Рассудок успел просесть неплохо. Ну да ладно, я думаю, разберемся. Походу. Немножко тупик. Я надеюсь, сейчас уже закончится наконец-то сезон дождей. Не то чтобы я сильно дико хотел, блин, сезон этих извержений вулкана. Но дожди, ну, надоели как минимум. Дождь — это не самое лучшее, что может быть на самом деле, потому что у нас слот, получается, под шляпу всегда занят. О, кстати, ты вовремя, да. Единственное, что... Так. А, что там нужно на это оружие? Золото. Это небольшая проблема, у нас нет золота. Пока что. Главное, чтобы рыба это не испортилась. Так, ну вот здесь сейчас мы, по-моему, золото сможем. Ау, достаточно быстро добыть. Сокровища. Ну, туда я сейчас вряд ли поплыву. Бутылка мне не нужна, она только инвентарь забивает. Поплыли тогда сюда быстренько за камушками. Нам два золота нужно, чтобы сделать себе абсолютно целую абордажную саблю. Как вовремя нам птица-то повстречалась. Ой, птица-рыба. Рыба, конечно же. Смотрю на своего этого Бэггимса. Так, ну, здесь нам уже по-любому придется одеть вот эту шапку. И давайте поищем, где мы сможем лопаткой разрыть. Есть такие места вообще? И камни я бы, кстати, подобывал. Ну как подобывал, и можно побегать да пособирать. Потому что камня у нас теперь в дефиците. Много камня ушло на то, чтобы построить вот этот вот загончик небольшой. Там яйцо есть. И дудохи там плодятся. Поэтому пусть так и дальше и будет, пускай они там плодятся. Так, здесь мы можем покопать наконец-то. Давайте два кусочка золота и все, и валим. Да, у нас уже сезон извержения начался. Первый день. Так. Второй кусок золота, отлично. Не-не-не. Давайте лопату пока уберем. А, нет, лопата мне может пригодиться для того, чтобы добывать... грибы. Те же грибы выкапывать, к примеру, да? Поэтому погнали пока что на болото. Болото рядом, я тут пробежать могу. Ну давайте так, почему нет. И цветы я буду собирать, просто чтобы рассудок себе восполнить. Так, и эти железы мы тоже пособираем. Раз уже взялись собирать, их достаточно много уже у нас. Так, и рассудочек. Отлично. Так, зеленый гриб. Зеленый. Давайте выкапывать. Грибов можно много нарыть. В принципе. Всегда они нам в хозяйстве так или иначе пригодятся. Камышом тут не супер все, я смотрю, вот что-то тут мало, да? Причем преимущественно весь камыш там где-то. На птицу сагрился.
Так, тут вон рыба валяется. Это рыбак наловил. Где у нас тут еще камыш? Слишком много камыша мне не нужно. Рисковать лишний раз не буду. Все, поплыли теперь на базу. Нам надо рубашку сделать. И, скорее всего, еще что-нибудь бы на голову придумать, чтобы перегрев компенсировать. У нас в любом случае, конечно, есть амулет, но, блин... Тогда прошлое лето, по-моему, амулет отряж ушло. Там желательно как-то минимизировать эти затраты. Что так или амулеты эти очень быстро будут уходить, а кристаллы мы не всегда сможем находить в таких объемах. Так, камни, наверное, пособираю опять же. Тем более, раз по дороге столько много. 125-й день. Неплохо. Все, погребли домой. Практически все, что надо, сделали. Рассудок бы еще приподнять. Опа. Ай. Я думал, успею. Но, тем не менее. Лык гончий из них падает. Супер. И акулий плавник. Его можно либо на суп забабахать, либо шапку сделать, чтобы быстрее плавать. Но я вряд ли буду шапкой пользоваться по той простой причине, что я, как правило, либо цилиндр надеваю, либо там зонтик. То есть у меня этот слот, как правило, занят. Поэтому, скорее всего, тупо суп забабахаю. С большой такой долей вероятности. И сейчас у нас кончится парус. Но я думаю, все-таки сейчас додох будем истреблять. Хватит им там жить мирно. Их либо на парус пустить, либо же на... как его там звать-то? На веер, возможно. Ну, либо просто на гигантское перо, которое охлаждает. Но я думаю, парус все-таки. Что-то как-то, мне кажется, парус будет получше идейка сделать. Чтобы все-таки как-то быстро плавать. Блин, опять у нас мясо монстра дофигища. И это проблема, оно потому что портится. Единственный... Так, не то. Вот это надо. Единственный вариант, по большому счету, это только птиц скармливать. Больше ничего такого придумать не могу. Либо же свиньям скармливать, да, и шкуры фармить. Тоже вариант. Поэтому, в принципе, пригодится. Как ни крути. Так, а что там портится? А, это монстр лазанья, которая там как-то нечаянно сварганилась. Потом фиг бы на нее. Так, здесь у нас вроде все. Камыши. Давайте заберем. И переработаем в папирус. По-моему, три папируса нужно. Часть камышей мы пока скинем. Клыки пускай будут. Сейчас мы одежду заделаем. И нам это восполнит немножко. Рассудка. Так, это нам тоже забирать нужно все. Так, шкуры змей. Сколько у меня их? Довольно много уже. Может быть, хватит наконец-то на комплект, который позволит мне пережить сезон дождей. Но, в принципе, мне вот этот зонтик вполне себе устраивает. Ну, на всякий случай. Как вариант. Так, что у нас там на одежду? Цветочная рубашка. Давайте чуток рассудка приподнимем. Оп. У меня, блин, слоты позабиты, конечно. Это можно скушать. Селитры я вообще не собирал нынче. Так, что выложить? Зонтик будет ли меня защищать вообще от жары? Этот вопрос. Ну, надеюсь, что да, по идее должен хоть как-то. Пока у нас перегрева нет никакого.
Поплыли к додохам, наверное. Чё бы нет. Так, у нас что? Так, у нас все равно то же самое. Ладно, фиг с ними. Чё тут с додошками? Сейчас попробуем поистреблять. Подобыть перьев. Подобывать. Ну вот этих, наверное. Так, я надеюсь, вы тут каннибализмом не промышляете. Так. Тут больших додов хватает. Экс. Может, Крэмпус прийти, насколько я понимаю. Ну и все, тут остался один маленький. 8, у меня суммарно 9 перьев. Давайте посмотрим, хватит ли на все про все. Ой! Да, плодитесь. Я, блин, своего этого поджег. Серьезно. Так, найти вам гниль, найти вам вот это, ешьте. Нечаянно не на ту нажал, блин, она выстрелила, эта пушка. Зато теперь мы можем бекон готовить. Вообще отлично. Так, что у нас тут? Давайте это выложим сюда. Так, кофе в готовку. Только зря место занимает. Ну не зря, но он нам пригодится в готовом виде. И можем мороженое сделать, себе рассудок восполнить, пока что грибы не трогать. Так, теперь давайте посмотрим, что мы можем из 9 перьев. Ну, теоретически я могу еще там перо добыть. Как бы не проблема. Так, так, так. И нужен лед один. Давайте лед себе сделаем. Так, смотрим. Парус. Парус из перьев. 4 пера нужно. 2 веревки, 2 бамбука. По-моему, на все про все хватает у нас. Так. Оп. Перьевой парус получился. И для того, чтобы как-то охлаждаться. Да, хватает. 2 камыша, опять же 2 веревки. 2 камыша. И 2 веревки. Веревки лучше пособирать. Ну, веревки травы лучше пособирать, пока есть возможность, пока она вся нафиг не засохла. Вот у нас тропический веер. Наверное, так это переводится. У нас перегрев уже пошел. Экс. Ну и еще мороженкой мы можем рассудок приподнять. Отлично. Фу, ну, в целом, вроде неплохо получилось. Поистребляли, конечно, дудошек, но в целом на пользу. На пользу это нам. Тут все нафиг позасохло. Они у нас, по идее, так и продолжают плодиться, поэтому все неплохо. А тут уже начинает все сохнуть. Давайте траву пока пособираем, пока сколько можем. Ну, будем заниматься этим уже в следующей серии, на этом же. Всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. И увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.